Привет, друзья, с вами я, Олег Штайн. Добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня в очередной рубрике «Обозрим» на обзоре у нас будет виниловая пластинка третьего студийного альбома группы Slipknot, который имеет название Volume 3 – The Subliminal Verses. Данный альбом был выпущен 12 апреля 2005 году на лейбле Roadrunner Records. Это единственный альбом группы, спродюсированный Риком Рубином. Эта студийная работа получила в целом положительные отзывы. Студийный альбом вошел в десятку лучших по продажам альбомов в 11 странах и стал платиновым в США. Группа также получила премию Грэмми за лучшее метал-исполнение за песню Before I Forget. Для поддержки этого альбома были выпущены синглы и клипы на песни Duality, Vermilion, Before I Forget The Nameless и на песню The Blister Exist. Перейдем к обзору винилового издания. У меня в коллекции имеется европейское издание 2022 года на двойном фиолетовом виниле. На лицевой стороне поверх слюды находится стикер с информацией об издании. Упаковка имеет вид gatefold. Покрытие матовое. Качество упаковки потрясающее. Качество обложки отличное. Обложка альбома изображает маску Мегата, разработанную Шоном Крэханом. На обратной стороне присутствует фотография маски, и в нижнем правом углу находится информация об издании. Вид торца. На развороте с левой стороны присутствует фотография с участниками группы, а с правой стороны трек-лист. В таком красочном конверте находится одна из виниловых пластинок. Качество конверта отличное, но, к сожалению, антистатического конверта в комплекте не было. Такой вид имеет второй конверт. Вот мы и добрались до фиолетовых пластинок. Качество их потрясающее. Они, кстати, еще немножечко полупрозрачны. Вид всех яблок. Что теперь могу сказать по звуку? Звук на этой пластинке меня вполне устроил на все 100%. Также и на Discogs он имеет в целом положительные отзывы. Издание вышло очень хорошим, но есть один существенный минус. Может быть, вы заметили. Нету листовок с текстами песен. А также предыдущее издание сейчас стоит достаточно дорого. Так что это отличный вариант. А на сегодня все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях ваши впечатления от этого издания и этого альбома. Всем пока!